гостях у Евгения Додолева крайне эксцентричный персонаж. Уникальный герой отечественной богемы, истинно народный артист Советского Союза Станислав Садальский. Проспались утром, все в апельсинах. Он установит свои правила. Вы гость, вы решаете, что делать. Брали на отпущенник, у меня нет чувства страха. Буду вас тоже Евгений Моисеевич называть. Поиграет на нервах. Хватит уже интригу держать. Какое убожество, думать одно и говорить то же самое. И раскроет страшные тайны. Актер, которого боятся коллеги. Сеанс черной магии театра на Таганке. Золотая рыбка. Станислав Садальский. Кто смотрит программу Додолева, был здоров. Премьера. Смотрите в пятницу в 0:50 на телеканале «Москва. Доверие».